Cars Film Production. Джейсон, ты как ты выжил? Надо бежать, бежать. Мне опять снятся кошмары. Что со мной происходит? Возможно, они не просто так снятся. Мне надо съехать на его могилу. Возможно, что-то произошло. Приехали в этот лагерь. Есть. Вот эта дверка. Им круто вообще. Вот там озеро. Может быть, я его потом покажу. Здесь прикольно, очень даже. Мне очень здесь нравится. Вот такой крутой. И там музыка поет. Мы сейчас дискотеку века делаем. Просто я жарю немножко. Вот. Вау, это что там? Мячики? А для кого они? Там крапива. Вау. Ну, здесь что-то заброшенное. Я пошел дальше. Мистер полицейский, вы ничего не понимаете. Я не просто так сюда пришел. Джейсон жив. Я не знаю, как он выжил, но на могиле его нет. Вы не представляете. Он умер. Все. Сами видели, сами были на его похоронах. О чем может быть еще речь? Я говорю именно о жизни. Он жив. Вы не понимаете. Слушай, чувак, не втирай нам какую-то дичь. Вот будешь еще раз что-нибудь скажешь о Джейсоне, пойдешь в тюрьму. Ну, правда, видимо, нет, я буду... Давай, цепляй его. Нет, что вы делаете? Не надо меня в тюрьму. Он же всех убьет. Мы приехали в лагерь, я снимаю по камере. И это секретная, короче, какая-то секретная дорожка. Я сам не знаю, что здесь будет, но нужно пока прокрасться под окно. И, короче, что здесь такое? Я в тюрьме. Ну, тут и стекло. Меня на самый верхний этаж посадили. Решетка. Ну, тут здесь руку можно просунуть, но никак через нее не выберешься. Она слишком узкая. Как мне отсюда выбраться? Шериф, можно листочек с ручкой? Зачем он тебе? Ну, писать. Ну, конечно. Какой-нибудь план побега придумаешь? Ты что, думаешь, я такой тупой и клишированный? Не. А, блин, не получилось. Что же делать? Решетка. Она... Да, блин, нет. Что мне делать теперь?
Надо обязательно как-то сбежать. Возможно. Там можно как-то. Стоп, здесь шериф. Да что, блин? А здесь кто-то до меня сидел? Конечно, ты что, думаешь, это для тебя такая специальная камера придумана? Да, спасибо. Значит, здесь может быть что-то спрятанное. Я смогу сбежать отсюда. Ой, хороший день. Я тут гуляю в лесу немножко. Какие-то березки, походу, там кто-то пилит что-то бензопилой. Пройдемся сюда. Ух ты. Здесь что-то случилось. Кто ты такой? Заброшка. Не знаю, что здесь. Но что-то страшное. Боже. Ты кто? Бежи. Теперь надо бежать. Не знаю, может, из вожатых никто не знает, что есть такой вот мостик здесь. И вот они, ну, кто-то только знает и провел тут какую-то трубу. А там водопровод. Вроде так называется. И кто? Вау! Здесь никогда не был. Составил кто-то список, что кушать будем. Что будем? Какие-то книги. Кинг. Какие-то книги. А что здесь? Кто здесь? Окей, здесь никого нету. Мне просто показалось. Я не знаю, что со мной не так в последнее время. Но мне все время кажется. А нет. Так, мне надо будет вырезать. Реально, как будто здесь кто-то есть. Кто-то здесь есть. Ты кто? Ты кого? Ты мне напоминаешь. Хорошо гулять. Знаю, что там. Ты кто? Я тебя ждал, Джейсон, я тебя нашел. Пойдем на озеро. Это же твое любимое место. Бежим. Okay.